Всем привет! Ну что, съездила я в Галамарт, первый раз я там была, набрала очень много всего интересного для дома, для кухни и, в общем, для детей и для всего. Начну сейчас показывать вам сначала самых крупных, таких габаритных вещей. О, какую штуку я купила! Мне давно нужна была такая палка, это для мойки окон. Есть просто с наружной стороны, там места, где очень трудно подлезть. Здесь она с одной стороны мягкая, головка гуляет, а с другой стороны такая вот силиконовая для сбора воды. Вот. И эта палка, она длинная, при том, что она телескопическая, она еще и выдвигается, ее можно делать длиннее. Вот это то, что мне нужно было, потому что у меня такая коротенькая есть, но на дальние какие-то углы она не залазит. В общем, я очень довольна этим приобретением. А еще я хотела купить новую сковороду. Но я искала такую, чтобы она была с хорошим покрытием, с хорошим днищем и диаметра, какого мне нужно. В общем, подобрала такую сковородочку. Прямо эко написано. И это здесь мраморное покрытие или гранитное покрытие. Ну, в общем, хорошее такое покрытие. Я сейчас даже сейчас сниму. Вот антипригарное покрытие, гранит называется. Но оно правда как какая-то как гранитная крошка. Но это покрытие, вот я слышала, очень хорошее. Притом мне здесь такое днище понравилось. Я надеюсь, что это днище не будет тонким и не будет оно изгибаться. Ручка, оно похоже на деревянную. Я, честно говоря, не пойму, она деревянная или нет. Может быть, она деревянная, только такая гладкая-гладкая. Ну, в общем, такая хорошая сковорода. Она не из дешевых, но мне она понравилась. Я не люблю на сковородках экономить, люблю брать хорошую посуду. Вот то, что нужно, взяла. Еще я взяла вазу для цветов. Вот брала специально с устойчивым днищем, чтобы она была такая нелегкая, потяжелее, для того, чтобы сюда можно было поставить букет с высокими ножками. В общем, то, что нужно. Это вот как раз вот я дочечке оставлю, потому что для цветов у меня ваза есть, а вот у нее я хотела, чтобы такая вот была. Ну вот купила то, что нужно. Это такая вещь. Вот такая вот красивенькая она. Ну, у нее оригинальный такой вот рисунок. Купила вот такой вот графинчик для воды. Я воду пью кипяченую, из чайника я сливаю. Вот у меня дома на столе баночка там стоит. А сейчас будет вот такая штучка стоять классная. Крышечка раз, открыл, налил. Симпатичная. И в общем, такую я хотела давно, но мне не попадались ничего подобного. Или большие, или не очень красивые. В общем-то, и цена мне понравилась, и такой дизайн оригинальный. В общем, вещичку такую классную себе приобрела. Мне нравится. Стоит она около 200 рублей. Там еще были такие баночки с таким же рисунком для сыпучих продуктов, для круп. Вот. Но мне для круп как бы не надо, а вот такую для воды, как раз графинчик вот такой я взяла. Это литровый, то, что нужно. Ну, еще я для дома взяла для стирки белья. Ну, берем мы, и я, и дочка, мы берем детские, ну, уже привыкли к детскому. Это для белья кондиционера поласкиватель, вот такую взяли. Там был, ну, цена тоже недорогая. В общем, взяли, такая вещь нужная в доме. В хозяйстве нужна всегда. Вот такую штучку оригинальную взяли. Это для ковра, для чистки ковра. Но я думаю, что, наверное, какой-то ворс, может быть, волосы собирать. Это похоже на турбощетку, но только это ручная. Просто вот водить по ковру и все. Сейчас распакуем, посмотрим. Вот такая вот штучка. Она будет по ковру катиться, и вот эти колесики, видимо, они будут вращать вот эту вот щетку. А здесь она открывается. Ну вот ее можно открыть для того, чтобы отсюда мусор, во-первых, высыпать, и щеточку эту почистить, если волосы на нее намотались. И все. И обратно положили. Вот так. Раз. И закрыли. Вот такая интересная штука.
И волосы наматывает, и крошки собирает. Сейчас откроем, посмотрим. Мусор. Да, удобная штука. Очень быстро. Коврик маленький у нас. Раз-раз, чем пылесос открывает, да? Ну да. Класс. Еще для дома я взяла вот такую штуку. Но она стоит дешевле, чем в нашем магазине в хозяйственном. Это головка для душа. Мне приходится часто головку менять, потому что такие головки, они забиваются кальцием. Ну и плохо потом дырочки, через них плохо проходит вода. И я как раз собиралась новую купить. А здесь увидела даже дешевле, чем у нас в магазине. Взяла. Взяла прищепочки. Вот такие какие-то интересные оригинальные прищепочки. И у них, похоже, прям зажимчик такой хороший. Вот взяла новенькие такие прищепочки. Ну, мне понравились. Вот такие пакеты для мусора. Особо прочные написано. 30 литров. Ну, это такие большие. И они, по-моему, даже с запахом морской свежести будут, я так думаю. Ну, такие пакетики уже привыкли брать. Вот такой коврик я взяла для посуды. Когда я мою посуду, у меня мойка из нержавейки, такая металлическая. Чтобы на металл не ложить посуду, я вот такой коврик стелю. У меня какой-то такой был похожий, и потом он уже постарел, и я такой искала, не могла найти. А тут как раз на него попала. Мне вот как раз то, что нужно, и размер подходит. Он такой вот силиконовый. В общем, хорошенький. Разных цветов были, но мне вот такой цвет подходит больше. Пакеты для завтраков, они часто заканчиваются. В общем, нужная в хозяйстве вещь. Вот еще взяла такую топталку, там были разные топталки, но вот это, мне кажется, более-менее прочная. И у дочки пластмассовая, я решила заменить, и вот такую вот топталочку купила, как раз чтобы была здесь, в этом доме. Дочечки. Купили новый ножик. Ну, выбирала ножик я, и мне кажется, таким ножиком и резать будет удобно, и лезвие как раз тонкое, и ручка удобная. И чистить, и резать будет удобно. В общем, это вот для кухни тоже новая вещь. А вот такая маленькая вилочка, вот, это для ребенка. Но я думаю, что пора нашему малышу уже пробовать кушать какие-то продукты вилочкой. И она такая вот не острая, ну как раз вот для ребенка то, что нужно. Чеснокодавилка, просто пресс для чеснока. Но там были разные, там были простые такие дешевенькие. Но здесь мне понравилось то, что здесь чеснок будет выдавливаться сквозь дырки, и не нужно будет этот пресс чистить потом. В общем, хороший. Я взяла. Взяла вот такую силиконовую штучку. Но она стоит совершенно дешево. И для того, чтобы ложку, если ложка жирная, там просто не на стол ложить, а вот такую штучку. Но мне понравилось то, что она вот такая гибкая, ее можно закинуть куда-нибудь в ящик, и она не будет места занимать, не будет мешать. Вот из-за того, что она такая мягкая, из-за этого я взяла. Там были посерьезнее такие, пластиковые. Ну, мне захотелось вот взять такую. И притом она дешевая. А еще я взяла вот для полотенец вот такие прищепочки с петелечками. Ну, вот мне захотелось такие держатели взять, чтобы были они... Хочу попробовать, как они будут в хозяйстве. 5 штук на горе. Еще взяла вот такие салфеточки. Небольшая упаковочка. Она места немного будет занимать. Здесь штук 15 штук всего. Но в сумочке, чтобы они были. У меня закончились. И вот такие салфеточки. Небольшая пачечка. Она нужна будет всегда вот в сумке. Взяла разделочную доску. Пластиковая доска. И она... побольше, чем вот была старая, ну и потом старая уже постарела, хочется свеженькую, новенькую. Ну вот такая вот удобная, беленькая пластмассовая доска. А вот еще взяла такую салфеткодержательницу. Ну, для салфеток там были другие, были побольше и другие узоры. Но мне вот захотелось такую, она вот вроде простая, и в то же время небольшое количество салфеточек поставилось, чтобы они на столе были. У меня на столе они всегда дома стоят, а здесь я тоже хочу, чтобы они у меня были всегда под рукой. Ну, взяла наборчик шариковых ручек, потому что ручки вот эти простые, они пишут хорошо, но они быстро заканчиваются. И вот я взяла как раз новые, чтобы они были. Еще взяла лак для ногтей. Ну, там лаков много всяких разных, разных цветов есть.
Но вот этот лак мне как раз по цвету должен подойти к губной помаде, которая у меня такая повседневка. Ну вот такой цвет мне захотелось, я просто взяла вот такой лак. Тоже недорогие лаки и большое количество ассортимента. А вот для малого, для Денечки, взяла вот такой вот с лопаточкой. Это мыльные пузыри. И здесь такая вот большая одна, один большой пузырь будет, и маленькие. Но там были разные, с лопаточкой, с грабельками, там еще с ситечком, вот такие маленькие, как закрывашка. Вот можно даже играться в песочнице и в то же время мыльные пузыри пускать. Ну вот ребенку будет забава, интересная штучка. А для внучки я взяла вот такую вот куколки. Одеваются там в разные костюмчики, платьички. Это вот наклейка детская, декоративная, наряды. И еще вот такой наборчик для внучки я взяла, тоже куколка, и здесь 5 комплектов одежды. Ну, наряды куколки менять. Я думаю, ей как раз будет интересно по возрасту вот такая тоже игра, игрушка. Это же можно будет выдавить и поставить ее на подставочку, чтобы эта куколка стояла. Да. А вот это вырезаются костюмчики, наряды. Смотри, какие красивые, разные. Спереди сзади. Да. Прикольно. Ой, видишь, спереди сзади. А, и она тоже спереди сзади. Ну да. Ну все, вроде бы я вам все показала, ознакомилась со всеми своими покупками. Вообще много всякого интересного, всего не купишь и домой все это не унесешь. Но, может быть, в следующий раз еще что-нибудь куплю. Кстати, Галамарты есть не только магазины, куда можно пойти и что-то купить. Есть интернет-магазин, где большой очень ассортимент. Ссылочку на магазин Галамарт я оставлю внизу. Заходите и выбирайте себе любой товар. Ну а я с вами прощаюсь. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока!